Вот наш мир представляет собой с точки зрения... Есть такое понятие «плюрализм мнений». И у каждого есть своя точка зрения. И в этом смысле мир это, наш мир – это полный абсурд. Потому что на какую-то проблему можно взглянуть с разных позиций, и она будет совершенно в разном свете представлена. С точки зрения Америки, Асад, ну, с точки зрения большинства американских политиков, Асад – это тиран, который убивает свой собственный народ, травит его химикатами и так далее. С точки зрения Асада, американский президент – агрессор, который пытается вторгнуться в суверенное государство, разрушить его конституционный строй и так далее. Вот смотря в этом смысле на разность позиций, можно в принципе понять позицию России, которая является сдерживающим элементом для того, чтобы не нарушить баланс в регионе и тем самым не создав себе лишних проблем. Но, как мне кажется, есть единственный верный ответ на этот на вопрос, поставленный вами. Что же там на самом деле происходит? Это деньги, безусловно. Россия 100% имеет там свой интерес, и это уже очевидно, потому что к чему мы пришли? Чего добилась Россия? Уничтожение химического оружия. А что это значит? Это значит, на территории Сирии должны построить заводы по уничтожению этого оружия, нанять персонал квалифицированный, который все это будет делать. А кто это все будет поставлять? Америка, что ли? Нет, это будет поставлять все Россия. Этого еще не произошло, но вот поверьте мне на слово. Будут строить Россия эти заводы, российский персонал будет уничтожать это оружие. Они же не полетят на Черном море, понимаете, в Россию уничтожать эти бомбы химические. Америка тоже, понятно, почему тут деньги. Потому что Америка нужна дестабилизация на другом конце света для того, чтобы поддерживать свою экономику в стабильности. Это проверенный ход, это и Ирак, и Афганистан, и все остальное. Они надеялись на Сирию, но тут стала Россия. И, грубо говоря, Асад же сам уже как бы говорил, признавался, что у меня, значит, были спонсоры, которые меня поддерживали, и немецкий, по-моему, министр иностранных дел, он заявил, что ну, вот он просто перестал платить людям, и мы вынуждены просто вот как выполнять свои обязанности, как крыша. Это только деньги. Только деньги и, конечно же, политика, которая... В данный момент эту партию выиграла Россия, потому что мы видим, что агрессия остановлена на каком-то этапе, и переговоры вошли в русло уничтожения. А за уничтожение будут платить нам.